пришла посылка из Озона, я хочу, вот она вся у меня запечатана, снять вот эту, под камеру. Мало ли там какая пластика. И пластмасса там испорченная, еще что-то. Открываем, потому что дома. Там, конечно, все такое простенькое, но некоторые моменты пластика. Я бы хотела, чтобы он дошел хорошо. Сейчас я вот здесь еще разрез. Запечатали только хорошо. Здесь ровно разрежем. Итак, что нам тут пришло? Good. Good. Ветеринар. Так, ничего не сломано. Вроде ничего. И вот это самое главное. Так, еще там две линейки. Такая линейка. Такая линейка. Карандаш, клей. Все в порядке. Вот это мне самое главное, чтобы она была не попуганена. Ничего не лопнувшее, так далее. Аккуратненько поменьше. Такая большая прибамбасина, давно ее ищу. А в Озоне она тут у меня, оказывается, есть. Так, скреплю это все резинкой. Так, все на месте. Все хорошо. Все. Всем привет, друзья! Сегодня мы будем распаковывать и смотреть линейки. Тут у нас меч 20 сантиметров. Вот такая вот у него была упаковка, он больше всех. Медвежонок. Что тут налепано? 15 сантиметров. Тоже все на Озон. 15 сантиметров. И 15 сантиметров. Так, вот такой вот мишка. Тоже от Озон. От Озон. Этот заяц тоже от Озон. Ну, в том числе и эта линейка. Тоже от Озон. Вот. Заяц. Если ты не поставишь лайк и не подпишешься, я к тебе пойду и съем тебя. Вот кошек. Мяу. Так он тоже красивенький. Каждая стоит 50 рублей. Мяу. Если вы не подписываетесь на канал и не поставите лайк, я вас съем, как большой кот. Мяу. Так, вот зайчик. Такой. Я хочу морковку. Вот. На задней стороне ничего нету, но очень хорошо. Какую цифру. Медвежонок. Что-то собачка. Вот такой вот медвежонок. Так. Вот так вот. Маленькая дырочка. И достаем. Вот такая вот линейка. Хочу меда. Вот такие вот 4 линейки. Вот такая сушилочка. Канада. Гарантия. Канада как надо. Не знаю, насколько она Канада. Непонятно. Все равно Чина. Ну, Канада написано еще. И Канада, и Чина. Ладно. Сушилка на батарею. В общем, сейчас померяем. Ну вот, мы ее нацепили. Так она держится. Единственное, что они такие требезжалки. Не знаю, что ты сюда можешь поставить. Но я брала обувь подсушить, еще что-то полежать. Единственное, что вот у нас кот огромный. Если что-то застелить, и он здесь ляжет. Не знаю, выдержат ли они. Они вон какие хлипкие-то, я не ожидала такого, что они так дергаться даже будут. Ренат, ну ты вообще силой нажимаешь, не надо. Силой все, она у нас сейчас сломается. Вот это вот вообще красота такая. Та-ра-рам. Прутик такой. Ну ладно, посмотрим. Сейчас поставим сюда хотя бы вот такую коробочку. Чтобы показать. Вот, нормально. В принципе, нацепляться она может на любую. Это просто грязь. На любую батарею. И вот разглядим поближе бумажку. Можно ее употребить в ванной комнате.
на, как бы, на кабинке, на самой ванне внутри, если не мешает и позволяет. Вот, на любые двери. И на обычной батарее. Ну, попробуем потом у мамы на обычной батарее. В принципе, мне понравилось, потому что даже если вот эти вот прутики все отвалятся, можно натянуть все, что хочешь. А сам пластик, он удобен, и крепкий такой пластик. Ну и, соответственно, вот эта вот сама дуга. Прекрасно. И вот ценная, значит, сушилочка первая для носочков, она стоила 532 рубля. Но так как я не могла найти нигде дешевле, вот, то дешевле то распродавались, а в магазинах вообще не могла найти, то пришлось выбирать такую. Линейки по 55, клей 60 рублей, 46 рублей линейки. Сушилка вот эта вот для белья 450. В принципе, нормальненько. Еще я взяла вот такой утюжок. Но о нем потом. Не знаю, еще не пробовала, еще не воду не наливала. Не знаю, будет течь, не течь. Посмотрим. Ну так, это Озон. Пользуюсь им периодически. Удобная штучка. А с вами была Паня Ольга Пугачева. Всем пока!